Здравствуйте всем, кто смотрит наш репортаж. Роман Карась, Кирилл Акимов, АВС-центр. Находимся где? На Усаде. На Усаде. Значит, много снимали, а теперь уже снимем непосредственно. Я на себе ощущу вот эти все functional moving screen, да? Да. И, как говорится, сапожник должен быть в сапогах. Да. Вот. А вы посмотрите, в каком я хорошем состоянии. ФМС-тест Романа Карасева. Значит, будем проверять функционал, значит, движений нашего сенсея. Упражнение номер один. Приседаем. Встаем. Боком поворачиваемся. И еще раз. И теперь задом поворачиваемся. Приседаем. Боком четко поворачиваемся. Стопы закрыл. Окей. Поехали. Есть. Угу. Все. Теперь. Ложимся даже вот боком. Касаемся, не встаем. Касаемся. Оп. Входим. Молодец. Оп. Оп.
Итак, провели тестирование. Кирилл сделал специальные тесты для меня. И вот сейчас он скажет, что у меня и как будем решать. Да, ну, в общем, выявили ряд проблем, подготовили программу. Будем потихонечку разбираться, то есть решать проблемные зоны, проводить коррекцию, ставить стабилизационные моменты. Кирилл, вообще, в общем, как я? Что, могу ходить? Жив? Жив-здоров, да. Получше, получше молодых будет. Занимайтесь физкультурой. До свидания.